Красавчик Гурзуф. Гурзуф Роликсович. Мальчик черно-подпалый, короткошерстный, очень эффектный, без единого дефекта. В поисках самой лучшей и ответственной семьи. Малышу 4,5 месяца. Он среднего стандартного размера, не огромный, но стандартик, крепенький. Больше не вырастет. Вот его можно носить на ручках. Он такой тяжеленький, ширококосный. И самое главное, он очень веселый, здоровый малыш. Выращен на правильном питании. Приучен к мясу, к сухому корму. К сырому мясу приучен. К лоточку, к пеленке, к выгулу на свежем воздухе. Бери, люби и радуйся. Документы. Чип, все прививки, обработки по возрасту, по графику. Вот такое чудо. Сниматься, конечно же, мы не любим. Ну покажись всем, какой ты милый. Какой же ты милый, а? Ну поцелуешь хоть. Ну ты такой целун. Скажи, ты меня в камеру суешь? Не любят малыши сниматься. Нежный, ласковый, благородный малыш. Привет! Мы вас приветствуем с шикарным мальчиком Чихуахуа по кличке Гурзуф. Гурзуфик, давай мы про тебя расскажем. Конечно, на столе, скажи, не каждому уютно сидеть, но все же. Это очень красивый мальчик Чихуахуа, которому уже исполнилось 4,5 месяца. Мальчик полностью привит. Чипирован. Привит мальчик импортной вакциной с бешенством. Привит чипом иностранного образца с возможностью переезда в любую точку мира. Мальчик стандартного размера. Среднего размера, не слишком крупный, но и не мелкий. Абсолютно без дефектов. С очень благородным характером. Покажись мне, мальчик. Ищет самую ответственную семью. На этой неделе мальчик продается всего за 50 тысяч рублей. Временно. Вот такая прелесть. В поисках самой лучшей ответственной семьи. Конечно, очень хорошо, если этот малыш переедет в семью, где уже есть собачка, чтобы с ней дружить. В продаже также его братик родной. Точно такого же окраса. Только чуть-чуть поменьше. И зовут его Салгир. Смотрите следующее наше видео. Гурзуф, чернобровый парень, покажись. Давай посмотрим. Мальчик имеет документы американского клуба АБКС. Это сын нашего мраморного Роликса. И черно-подпалой длинношерстной лавушки. Вот такое красивое чудо. Ровненький, статный, идеальный мальчишка. Полностью готов к переезду, даже за границу. Вот такая прелесть. Очень дешево для такой красоты. Присмотритесь. Мальчик очень ищет своих самых ответственных владельцев. Всем привет! Мы вас приветствуем с шикарными мальчишками, братишками Чихуахуа, с Гурзуфом и с Салгиром. Этим мальчикам по 4,5 месяца. Мальчишки, братики из одного помета. Оба черно-подпалого окраса. Гурзуф более со светлым подпалом, Салгирка вот с таким прям коричневым подпалом. Оба мальчишки, естественно, полностью привиты, абсолютно здоровы. В поисках самой лучшей ответственной семьи. Ну, наверное, был бы идеальный вариант, чтобы эти мальчишки переехали в один дом. Ну, как Бог даст. Да, прелесть моя? На этой неделе мальчишки продаются по огромной скидке. Цену смотрите в описании под видео. Гурзуф, Салгир. Мальчишки абсолютно здоровы, имеют документы. Очень веселые, игривые. За жизнью этих красавцев можно наблюдать каждый день в наших видео. Мамочки и папочки, откликнитесь. Есть доставка недорогая по России. По всем вопросам пишите. Сразу указывайте ваш город, чтобы можно было знать стоимость и возможность доставки. Вот такие малыши-крепыши. Привиты, чипированы, документы с возможностью переезда в любую точку мира.
Да, мамины сладкие котята. Ребята, вот такие зайки. Да, зайки-зайки, покажите свои мордашки. Смотрите подробное видео о каждом этом щенке. Еще раз, Салгир Гурзуф.